Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Little Wood, у нас с вами 20-й день, и это день свободный, который мы с вами посвятим сбору разнообразных ресурсов и перекрафт их, возможно, полезные вещи для нас. Давайте посмотрим, во-первых, что у нас тут на доске, потому что мы вчера с вами, помните, выполнили запросик. Ага, и написано, что мы, собственно, завершили все это дело, давайте получим за это денежки 20, ну не так много, на самом деле, как я думал, но так или иначе. Еще один запрос на еду, и это опять то же самое блюдо, которое мы готовили как раз-таки в прошлый раз. Давайте приготовим его, я надеюсь, у нас все есть для этого, но прежде чем мы будем готовить, мы заглянем вот сюда и посмотрим, что там опять нам это героическое нечто дали. Хорошо, пускай будет. Давайте, во-первых, соберем, какой, смотрите, шляпка прикольный, фиолетовый. Это у нас некий торгаш. Здрасте, здрасте, плюс 50 монет, неплохо, неплохо. Так, зайдем, во-первых, в нашу таверну, естественно. Тут мы тоже заберем денежки. Угу. И приготовим как раз-таки еще вот это самое блюдо, которое от нас требуют. Да, это рыбка плюс пламбери. Напомним себе, давайте возьмем рыбку плюс пламбери. У нас, кстати, один фрукт остался. Надо будет еще деревьев, мне кажется, потом посадить побольше, когда будет такая возможность. Все, и здесь мы с вами готовим данное блюдо спокойно. И идем дальше по своим делам, конечно же. Давайте заберем сорнячок. Чем мы с вами сегодня будем заниматься? Давайте посмотрим, какие у нас с вами итемчики есть. Чего у нас много, чего у нас мало. Дерево, в принципе, есть. Камень тоже, в общем-то, в принципе, есть. Поэтому я предлагаю сегодня заняться перекрафтом для начала всего этого добра. Для крафта нам с вами пригодится тоже, наверное, какой-нибудь баф есть. Давайте посмотрим, что за бафчики еще имеются. Майнинг, фарминг, гезеринг. Вудкатинг, фишинг, не, ничего такого нету. Ну и ладно, тогда не знаю, пока брать ничего не будем. Потом, возможно, попозже сюда заглянем, когда что-нибудь пойдем собирать. А пока что пойдем сейчас все перекрафтим. Вот еще один зеленый дружочек, давайте у него тоже возьмем, что он нам там принес. Плюс еще немножко денег, хорошо. Плюс, кстати говоря, фрукты, но это гезеринг, правда. Ну ладно, ничего страшного, возьмем без бафа, давайте. Я думаю, так тоже нормально пособираем, в принципе. Так, вот здесь давайте заберем тоже. И вот здесь заберем. Нам бы с вами увеличить, конечно, количество деревьев, которые можно посадить максимальное, но пока нам это недоступно. Перекрафчиваем все здесь штуки, которые у нас с вами только есть, то, что они нам явно нужны будут. Довольно много, конечно, сил на это все дело тратится, но так или иначе, нам это делать надо, потому что ресурсы нужны для построек и так далее. Вот смотрите, мы с вами сегодня занимались, там бонусные темчики пошли. Мы сегодня с вами занимались только крафтингом, и считайте, уже весь день подошел к концу. Вся энергия у нас с вами улетучилась просто за секундочку. Ну, мы еще, переборку от убежал. Мы с вами зайдем, конечно, сюда, тоже здесь покрафтим. Давайте обычных кирпичей хотя бы. Насколько нас с вами хватит сил вообще, да? Ну, а завтра можно будет заниматься именно сбором. Все, это последний кирпичик на сегодня. У нас с вами силы закончились, и нужно идти спать, иначе мы с вами отвалимся прямо там и не полностью установим, конечно же, свои силушки. Так, что-то я перебежал куда-то уже дальше своего дома. Давайте идем спать. Ну, так вот, знаете, у нас с вами быстренько сегодня первый день и прошел. Так, ну что, у нас сегодня крафтинг опять подняли, да? Какой уровень будет в итоге? 21-й, ну неплохо. Неплохо, в общем-то. 21-й день наступает. Давайте сейчас глянем еще тоже на календарик, потому что мало ли там что-нибудь интересненькое увидим. Так, еще один запрос мы с вами выполнили также. Получаем еще 20 денежек, и нам с вами нужно что? Можешь дать мне одну деревянную доску? Это для, собственно, Дудли, по-моему, да, его зовут? Ну хорошо, конечно, давайте дадим, почему нет? У нас этих досок сейчас много, тем более, только сначала заберем подарок. И нам наша подруга Виллу присылает как раз-таки деревянную досочку. Спасибо большое, Виллу, ты знаешь, когда и что нам нужно, да? Дедушка, держи тебе итемчик. Ой, спасибо тебе большое, Морг. Я надеюсь, у тебя будет отличный день. Да, я тоже на это надеюсь. У нас, во-первых... О, все, сейчас мы с вами идем тогда бафчик берем на сбор. Пойдем собирать... Нет, точнее, даже не сбор, а на фермерство. Пойдем сейчас... Так, фермерство, фарминг, во. Все, пойдем сейчас собирать урожаи. И пойдем собирать, конечно же, тоже... кусты, хотел сказать, обдирать. Деревья, которые нас плодоносят, конечно же, тоже пойдем их собирать. Сейчас еще побольше картошки посадим, если есть такая возможность. По-моему, есть. По-моему, есть. И нам бы сами нужно, конечно, будет потом как-то увеличивать еще эту посадочную площадь. Возможно, где-то отдельно с вами сделаем большой огород себе. Не знаю, посмотрим. Но пока идем с вами в билд-мод, конечно же. И здесь мы с вами сейчас будем сажать картошечку. А, нет, все, у нас 10 из 10 получается, да? Угу. Ну ладно, тогда не будем сажать. Тогда так и оставим. Единственное, что мы с вами сейчас можем сделать, это, допустим, убрать одну морковку. Да, хочу убрать одну морковку. Вместо нее посадить, попробовать посадить, собственно, одну... Ой, случайно вышел. Одну картошину посадить. Так мы с вами, наверное, сейчас и сделаем, я думаю. Потому что морковки там довольно много, картошек не так уж и много. Давайте забежим также в ратушу. Посмотрим, что у нас там творится. Здесь у нас что есть. О, приветики. Приветики, друзья. Так, что-то нам принес.
Спасибо, монетку дал. Так, здесь денежки тоже забрали. Слушайте, а получается, от блюд двойная выгода у нас с ними идет, да? Нас просят, во-первых, на доске подарки дают, еще и здесь подарки дают. Нормально. Так, тревелер, нам дают также 20 монеток. Спасибо. Спасибо большое. У нас 1600 накопилось тем временем, кстати говоря. Так, я еще, наверное, пойду пока пособираю, что у нас с ними здесь выросло. Хотя, знаете что, пускай пока висит. Я буду собирать разово, когда все поспеет, тогда и будем собирать. Давайте поговорим с дедушкой, может, что-нибудь новенькое скажет нам интересненькое. Эй, Морг. Знаешь, говорит дедушка, если ты оставляешь пни деревьев, то деревья вырастут опять. А, вот оно еще. А мы сами здесь все вырубили, блин. А мы сами все подчистые у нас на участке вырубили. Ну и ладно, нам как бы не нужно. У нас есть замечательный лес, где мы можем просто прилетать и собирать там сколько угодно. Окей, теперь буду знать. Это супер удобно иметь здесь, собственно, растущие деревья здесь в городе. Чтобы на всякий случай лишнюю древесину получать. Эй, почему ты не пробуешь, собственно, поставить пни? Да я уже срубил уже поздно. О, 3 стамп, серьезно, нам пенек дал? Ладно, спасибо, дедушка. Так, ну давайте посадим где-нибудь здесь. Если это можно сделать, build mod. Так, это у нас где? У нас, наверное, здесь тоже есть? Да, слушайте, правда? Жесть. Забава. I don't have enough material. А-а-а, нужно еще 5 дерев, помимо всего прочего. Жесть. А, то есть, подождите, это как рецепт, что ли, будет? То есть, мы с вами будем собирать древесину, и потом, сколько бы у нас ее не было, мы... Или нет? Пока непонятно. Ну ладно, собираем как-нибудь древесину, да проверим. Окей, хорошо. Ну, в любом случае, мы теперь с вами можем этим заниматься. Давайте забежим к нам в ратушу, посмотрим, что там есть интересненького. Сомневаюсь, что что-то есть, но так или иначе. Так, 10 кирпичей для апгрейда. Давайте дадим. Все, у нас с вами на третий левел потихонечку... А, нам нужно 6 звезд набрать, чтобы открыть новые вот эти вот самые вот здесь вот вещи. Я понял. Ну что, стремимся к тому. Давайте пока присядем, посмотрим. Так, плюс 2 корпуса покупаю. Продано. Это не нужно. Ну, не знаю, это, наверное, тоже брать не буду. Вот плюс 2 посадки, это я сразу купил, потому что нам с вами нужно сажать больше, больше, больше. И хочу сажать еще больше. Побежали, посадим еще пару картошин, наверное, тогда. Так, дедушка, можешь отсюда уйти, пожалуйста? Сейчас здесь будет картошка расти теперь. Теперь будешь стоять не ты здесь, а картошка будет расти, окей? Окей. Так, где там моя картофелина? Раз и два. В смысле? А, у меня картошка закончилась, лол. Ну ладно, оставим тогда на будущее. Собственно, на будущее одно местечко. Все, окей, там еще одну картошку посадим. Да, видите, как бы места вообще немного. У нас получается вход будет вот здесь тогда. Здесь нужно будет оставить один проход такой, хотя бы, чтобы можно было бегать. А здесь как бы еще 2 штуки посадить потом. Во, балдеж, слушайте, неплохо. Очень даже неплохо получается. Так, ну что, ладно, здесь мы с вами закончили. Давайте, наверное, поговорим с нашими горожанами, что они там интересненького нам расскажут, подскажут. Отличная работа с постройкой новой доски для заданий. Теперь горожане могут, собственно, оставлять запросы, если у них они есть. Могу поспорить, что ты действительно можешь получить с этого какие-то хорошие награды. Окей, лады, держи в курсе. Опять, кстати говоря, площадь стала нормальная. Окей, так, наш пернатый друг, наша подруга Виллоу, давайте с ней тоже поговорим. Окей, я действительно видела что-то стояло на конце... на краю деревьев? Кольцу лес, на краю леса, что-то прошлой ночью? Это выглядело как пугающее существо призрачное. Так, понял, держи в курсе, давай комплименты сделаем. Вот ты действительно так думаешь, ты тоже очень милый, Морг. О да, я такой. Так, ладно, наш пернатый друг. Что у нас тут еще есть интересненькое? Давайте с магичкой поговорим. Привет. Как дела твои сегодня? Рассказывай, как твои заклинания. О, господи, опять она это пугающее лицо свое делает, жесть. А, Морг, привет. Ага, да, хорошего дня. Удачки тебе, так сказать, в твоей практике, вот это там все. Как там Эш наш поживает, тоже новоспеченный дружище в нашем городе? Так, а что у него там дома есть? Ничего нету, да? Блин, мы же даже ему тумбочку не поставили. Давайте поставим тумбочку ему для заданий. Может быть, нам что-нибудь интересненькое даст. Где она есть, я уже забыл здесь, по-моему, да? У нас, во-первых, еще появилась, кстати говоря, тумбочка. А есть вот это вот для задания штукенция. Ну, ее поставим, конечно же. А вот эту вот мы сейчас у себя дома вас оставим, кстати. И нужно еще глянуть, что мы там с вами должны для себя любимых тоже сделать. Какие-то там пунктики выполнить, чтобы получить с этого награду, естественно, тоже. Не просто так, знаете, что она делается. Так, ну, я тумбочку поставлю рядом с кроватью, наверное. А я могу кровать поставить? Блин, а что же на одну клеточку получается? Да, будет немножко не очень. Тогда я поставлю так сейчас. Я поставлю тумбочку с другой стороны просто, да и все. Здесь.
Ну так, бам, пускай стоит. Что я могу в ней? Я могу что-нибудь в ней хранить, может быть, кстати, ну-ка. А, нет, просто типа... Видимо, нет. Ладно, окей, ну, для красоты пускай стоит. Я даже, знаете, как сделал? Я все переставлю повыше немножко. Так, build mod переставить. Давайте вот это вот сюда возьмем, когда поставим. Вот это тоже рядышком здесь не поставлю, все, все. И здесь мы с вами сможем подходить к кроватке, я думаю, да? Да, можно с ней интерактивно, так сказать, взаимодействовать. Хорошо, окей, все. Погнали дальше. У нас там еще есть где-то пол энергии, чтобы, собственно, чем-нибудь заняться. Давайте... Что это опять было? Что если, собственно, чудовище вот этого вот темного волшебника вернулись? Да нормально все будет, что ты переживаешь. Так, пойду-ка я рыбки половлю, короче говоря, давайте. Оп. Есть контакт, отлично, плюс рыбка. У нас рыбы так-то много на самом деле, но, знаете, хорошей вкусной рыбки много не бывает, поэтому половим еще немножечко, я думаю, выловим все у нас. Пойдем перекрафтим что-нибудь еще, и на сегодня день уже, опять же, закончится у нас, но следующим днем там посмотрим уже, может быть, с кем-то поговорим, может быть, еще что-нибудь поделаем интересненькое, либо поедем куда-нибудь собирать всякие штуки полезные, которые тоже пригодятся для дальнейших построек и развития поселения в целом. Ну и также нужно не забывать говорить с нашими поселенцами, потому что, как всегда, от этого буквально все зависит, потому что мы таким образом получаем какие-то новые сведения, новые чертежи, и вот это вот все. Здесь ничего новенького нету? Ну, наверное, нету. Так, нам бы с вами, знаете, что еще? Давайте пойдемте задонатим что-нибудь на воздушный шарик, потому что тоже вещь полезная, нам с вами все-таки нужно куда-то летать. Кроме тех точек еще, я думаю, если мы с вами будем донатить, то, наверное, там новые точки откроются. Давайте посмотрим, кстати, что там написано по этому поводу вообще в целом. Так, порт... Да. Ну, давайте. Доски нам с вами нужно 5 штук. Давайте отдадим. Окей, для этого всего лишь нужно 3 звезды добыть. То есть, короче, гораздо проще, чем с чем бы то ни было. Все, окей, идем дальше перекрафтивать. У нас же с вами есть чего перекрафтить еще, да? Ну вот с досками проблема, кстати говоря. Нужно будет досок, наверное, тогда, скорее всего, накопать в следующий раз. А вот здесь можно еще кирпичи понакрафтить, да. Давайте займемся крафтингом. Из обычных камней, обычных кирпичей быстренько понаделаем. Возможно, даже какой-нибудь дропнется. Нет, не дропнется, ну ладно. Я думал, может быть, экстра бонус будет какой-то, но, видимо, нет. Не сегодня, не сегодня. Итак, мы с вами наработались опять по самой небалуйся, устали, конечно же. И, кстати, я бы хотел, наверное, знаете, что здесь немножко вот этот вот островочек, эту возвышенность, вот этот холм немножко переделать. Ну, хотя ладно, сейчас спешить не будем, потому что мало ли там кто куда переезжать еще будет, там дальше будет видно. Все, окей, мы с вами накрафтились, идем сейчас отдыхать тогда до завтрашнего дня. Сейчас, наверное, небось, но с Виллу, конечно же, еще у нас с вами отношения подросли. 22 уровень, я так понимаю, да? Лаура лилит по 11 уровню, крафтинг у нас 22 уровня. Ну, нормально, не дурно. 22 день у нас с вами сегодня наступает. Что же он нам предвещает? Давайте посмотрим, во-первых, что там у нас по календарику. Ну вот, даже никакого письма не с подарками, черт. Зато здесь есть выполненный, собственно, реквестик. Так, и нас просят теперь еще... Это наш приятель, как это, Дальтон, да? Он просит кирпич, сейчас мы его отнесем, конечно же. Я хотел глянуть на календарь еще. Ну и у нас с вами сегодня еще 3 дня, короче говоря, есть до дня Святого Валентина. Прикольненько. Давайте поговорим с нашей подругой. Привет. Как спалось? Как монстры, которых ты видела в прошлый раз? А знаешь ли ты, что могут быть миры за пределами Солимна? Окей. Путешественники, собственно, точнее, ну скажем так, да, исследователи путешествовали на край океана. Ну и, короче говоря, нашли какую-то там тьму. Окей, держи в курсе, ладненько. Так, что там у нас? Мы несем кирпичик для нашего друга Дальтона сейчас, да? Где он есть, кстати? Может быть, дома у себя тусит? Нету? Слушайте, нету, а где он? Дальтон! Еще, мне кажется, есть такая вероятность, что они где-нибудь могут торчать за домом, и их там просто-напросто не видно. Так, Лилит... О! Наши зелененькие друзья пришли. Ну-ка, давай, что там принес нам? Ага. Плюс 2 слайм Эйпла, окей. В принципе, неплохо. А, вот он. Нет, это Эш. А, вот Дальтон около таверны тусуется. Здорово. Держи кирпич. Спасибо. Да не за что. А что тусуешься здесь? А можно мне зайти как-нибудь? Что меня гад не пускает? Давай с ним поговорим. Hello, привет, привет. С ним не так. Дальтон, короче, как всегда, чебучивает чего-то, да? Ладно. Я, короче, он... А, понял, он придумал какой-то свой новый язык. Ясненько. Ладно, держи в курсе, дружище, держи в курсе. Так, а можно мне, блин, в таверну зайти, слышь? Алло, гараж. Мне реально из-за него не зайти туда. Ага. А, я знаю, что он пытается сделать. Он пытается разговаривать, как эти маленькие миленькие гоблины. Дальтон, ты не такой, угомонись. Веди себя нормально, в конце концов. Так, ладно, хорошо. Ну что, нам с вами нужно отправиться, я думаю, в лес, да? В лес за...
этим самым. Давайте, может, Лилит с собой возьмем, кстати. Давай, поехали с нами. Да-да-да, погнали. Погнали со мной. Сейчас поедем в лес, собирать древесину, волшебную и не очень, поэтому проведем сегодня с тобой день вместе. Так, что там у нас, кстати говоря? Давай. Все, вторая звезда поехала. Отлично. Давай, нам нужен Endless Forest. Сейчас насобираем там кучу-кучу всякой разной древесины, и заодно можно будет что-нибудь у нас посадить. Я думаю, там, да? Слушайте, а если мы с вами... Смотрите, если мы с вами прогуливаемся с ней, мы же можем с ними разговаривать? О, привет, кстати. Ничего нам не дал, зараза. Ну ладно. Так, ну-ка давайте поговорим. Фиона. Так, ну это нам опять говорят, что нужно покинуть в случае чего лес. Понятно, ясненько. С ними тоже можно как бы взаимодействовать, возможно, когда-нибудь они к нам придут, хрен его знает. Ну ладно, давайте, пока улетаем на жучках, на паучках на этих, в лес. Куча-куча ящиков. Так, тут всякая разная грязюка нам попадается, неинтересно. Вижу уже дерево, которое нам с вами надо. Сейчас будем, собственно, и собирать древесину тоже. Для начала я, пожалуй, посмотрю, что здесь по ящикам. А все, больше нет, точнее, по сундукам, больше их и нет. Ну ладно, давай рубить древесину тогда. Давай, и обычную тоже. О, плюс монетки, хорошо, спасибо. Так, давайте еще здесь тоже соберем кучку всякого разного добра. Но очень быстро, на самом деле, да, видите, как всегда у нас, получается, с вами убегает от нас наша выносливость. Ну, ничего страшного. Собственно, за этим мы с вами и здесь, чтобы потратить ее и приобрести немножечко ресурсов. Все, мы с вами утомились, давайте отсюда валить тогда. Ну, неплохо, пособирали чутка уже, в принципе, здорово. Возвращаемся в Марктаун, естественно, спасибо, Лилит, за компанию. Тебе сегодня было очень весело, особенно было весело, когда я рубил деревья, ты на это смотрела. Прям невероятно, да? Тебе, наверное, тоже было ужасно весело. Давай, спокойной ночи, я побежал домой, у меня еще куча дел. Например, нужно поспать как следует и отдохнуть, потому что завтра что? Завтра такой же день, и нам нужно будет опять что-нибудь собирать, скорее всего. Ну, или крафтить, не знаю, посмотрим. Да, я хочу поспать, спасибо. Так, Виллоу. Ага. Дальтон тоже неплохо, кстати говоря. Вудкатинг. 21 уровень. А нам с вами нужно, по-моему, полтинник набрать, да? Чтобы там можно было скрывать сундуки. Посмотрим. Очередной день, собственно, 23-й. По-прежнему весна. Марко. О, все. Смотрите, мы с вами сейчас. Так, боже мой, как же вы бесите. Вот просто в единственный проход заходит и все. Так, что у нас здесь? Здесь у нас письмо. Три деревяшки. Хорошо. Понял, принял. Здесь у нас с вами реквестик выполнены, да? О! Так, слайм-пудинг, мы с вами такое делали. Давайте заберем, во-первых, здесь. Опа, что-то... Сундук появился. А-а-а, видите, там внизу шкала. И каждый раз, когда мы будем выполнять определенное количество реквестов, собственно, будет появляться сундучок. И что же в этом сундучке? Пойдемте посмотрим, конечно же. Так. Монетка, ну ладно. В принципе, как вы знаете, как бонус дополнительный, очень даже приятно. Хорошо, сейчас берем себе бонус на фарминг, опять же. Идем все собирать. Давайте, здрасте, доброе утро, мне, пожалуйста, фарминг сегодня. Угу, да, да, очень вкусно. И бегом собирать. Так, сейчас, секунду, как там пудинг это делается, давайте. О, приветик, как дела? Что дашь мне сегодня? Монетки, спасибо. Как там делается этот пудинг, из чего? Просто два слайм-эйпла, да? Окей, без проблем, сейчас сделаем. Так, эйплов у нас им предостаточно. Тихонько, все, пудинг готов, завтра можно будет забирать награду. Окейушки. Кстати говоря, так и не посмотрели, что нам с вами нужно для того, чтобы наши там эти запросы выполнить собственные. Сейчас глянем. Сейчас обязательно глянем, после того, как с вами заберем здесь все это добро, поспевшее на грядках. У нас очень много морковки, на самом деле, прям реально много. И, должен сказать, эти бафы довольно быстро они спадают. Прям реально быстро очень. Ну ладно, ничего страшного. А так бафы покупать дороговато весьма, потому что они там стоят там по 200 или что-то такое. Но, возможно, в дальнейшем, конечно, у нас с вами будут много-много денег. Сейчас насобираем, потом сможем продавать всякого разного добра, и будет все нормально. Так, погнали, что у нас там, собственно, по запросам по собственным. Морковку насобирали. Здесь нужно 10 штук собрать этих. Так, продать 10 итемчиков. Сейчас продадим. Приготовить 10 блюд в таверне. У нас пока 3, ну окей. Выполняем, не спеша. Выполняем, не спеша, в принципе, у нас с вами спешить-то и некуда, как бы. Такая, знаете, умиротворяющая человая игрушечка. Так, здесь продавать что я буду сейчас? Да, наверное, по-прежнему сорняки. У нас морковки много, кстати. Сколько морковка стоит? По 6. Слушайте, не дурно, на самом деле. Очень даже не дурно. По 6 эта морковка стоит. А сорняки? Почем? По 20. Ни черта, такие дорогие сорняки. Лягушка 120 стоит, серьезно? Ладно, давайте сорняки продавать тогда пока что. Раз такое дело, будем продавать сорняки. Тем более, что они растут повсеместно, мы их потихонечку собираем. Так, там сходили. Давайте, наверное, поболтаем с нашими ребятами тогда.
И я никогда не хочу больше путешествовать еще раз через вот эти вот земли свампов. Ты не помнишь, конечно же, но у меня случилась неприятная история, собственно. У меня сыпь на всех щеках. Ух ты ж, бедный. Ну, бывает. Нечего к ним лезть, потому что... На всех, представляешь? У тебя их много, да? Ладно, так, давайте поговорим, как там у тебя Лаура? Да, слушай, ты запоминаешь даже, как кого зовут, ничего себе. Так... Ты знаешь, что отличные слайм-яблоки и золотые морковки существуют? Я не уверена, как найти их. Ладно, но возможно просто качать... Опа, поймал. Качать ремесло. Фермерство, и в итоге нам откроются невероятные вершины какие-то. Привет, чё ты прыгаешь? Что ты прыгаешь? Я здесь. Угомонись. Помнишь, как Дальтон пытался владеть этим супермечом? Он едва мог поднять его. Я думаю, что он просто пытался впечатлить тебя. Морг. Окей. Так, поговорили. Ну что, комплиментик? Засыпем ее, так сказать, да немножечко сегодня. О, действительно так думаешь? Спасибо, Морг. Ага, не за что. Так, а что, куда с тобой можно сходить? Да, особо некуда. Просто так опять болтаться с ней, собирать всякое разное добро, да и все, да. Надо решить, что мы с вами сегодня будем делать. Давайте-ка зайдем, во-первых, в ратушу. Что там по апгрейдам решим. 200 ядрить, колотить. Ну ладно, давайте потратим, уж так и быть. Блин, чем дальше, тем больше, конечно же, естественно. Погнали еще к шарикам сбегаем тоже. К шару-то, господи, дед, стал не пройти. К шару воздушному сбегаем тоже, посмотрим, что там у нас есть. Точнее, как его проапгрейдить можно. Так, что там надо? 150, ну на. Окей, блин, сегодня денег потратили, конечно, жесть. О, Лилит. Блин, зараза, не пройти. Давайте-ка мы здесь тоже проход сделаем тогда. Что-то мне нравится, что здесь нужно обходить постоянно. Вот так. Так-то будет лучше, я думаю, да? О, отлично. Привет. Лаура продолжает пытаться выучить мои, собственно, магические способности. Она постоянно трогает меня за руки и за ноги. Окей, ладно. Продолжайте в том же духе, так сказать. Так, с кем мы с вами давно не говорили? С нашим пернатым другом и с Эшем, да? Давайте с пернатым другом поговорим, бабси. Людям нравится мой фиолетовый шарфик. Это фуча не фиолетовый. Окей, ладно, уж проблемы. Эш, здорово. Эй, Морг. Так, я работал над новым чертежом, который может помочь тебе... Ага, добывать больше материалов. Так. Мы должны поговорить первым делом завтра. Я не могу дождаться, когда тебе покажу это. Лады. Так, надо запомнить, что нужно завтра обязательно к Эшу подойти. Хорошо. Так, что у нас там по заказам? Ну, это мы с вами же вроде сделали, да? Давайте проверим. Вроде как сделали. Да, все есть, отлично. Ну что, я думаю, еще немножечко крафта на сегодня. Кстати, я бы, наверное, здесь дорожку прибрал бы чуть-чуть. Что-то слишком широкая какая-то, да? Нафига она такая нужна? Вот серьезно, зачем? Давайте-ка немножко уберем себе в кармашек дорожки. Где-нибудь в других местах ее там поставим, где она нужна будет. Вот так оставлю. Такой вполне будет двойной, им здесь хватать. А здесь пока вообще она не нужна, потому что здесь хрен его знает, будет ли там что-то еще пока идти. Неизвестно. Ну, вот так оставим. Все, отлично. Плюс дорожка в кармашек, супер. Пошли крафтить. У нас есть всякого разного рода древесина разнообразная. Давайте-ка понафигачим. И такой, и сякой, и обычный, конечно, древесины тоже нужно будет нафигачить. А, сейчас мы с вами еще попробуем, знаете, что сделать? Пойдемте-ка, не будем все перекрашивать. Сейчас пенек попробуем посадить заодно сразу, да? Может быть, прямо где-то здесь и посадим, кстати, вот тут. Или за нашим... Давайте, ладно, первое дерево будет возле нашего дома. Ну, точнее, не возле, здесь вот недалеко. За магазинчиком прям посадим. Там дальше видно будет. Так, это у нас с вами здесь, и это у нас с вами вот это вот. Ну-ка. О, да, мы можем с вами сажать сколько нам угодно. Это балдеж. Это прям здорово. Хорошо, ладно, посадим пока столько. Я думаю, хватит. Потом, если что, с вами будем срубать, но главное не срубать тогда под корешок. Хотя в любом случае мы с вами можем посадить и потом еще и больше, и больше, и больше. У нас здесь будет все опять в деревьях. Красота, да и только. Немножко сил остается, я думаю, давайте что-нибудь там докрафтим еще тогда. Что у нас есть? Ну, досочки хотя бы те же самые. Нас намного все равно не хватит. О, бонусный темчик упал. Слушайте, ведь хватило. Ну, остается там буквально один разик ударить что-нибудь, поэтому давайте уже спать пойдем. И, собственно, день очередной подходит к концу, наш с вами замечательный. Сейчас пойдем к Эшу, обязательно сходим. Что он там нам, интересно, такое дал? Какой-то невероятный еще... чертеж чего-то там. О, неплохо, неплохо, апаемся, апаемся.
Так, хорошо. День 24-й. Мы, конечно же, с вами в бодром расположении духа, как всегда. Поспали. Так, что у нас с вами здесь? Проверяем. 8 штук. Продать еще 2 штуки в маркете. Ну и куча всего приготовить. Понял. Будем потихонечку выполнять. И нам сегодня наконец-таки пришло... О, сразу выросло. Серьезно, так быстро. Жесть. 3 письма целых. Так. О-о-о, от Лилит нам с вами прилетает. Собственно, потому что мы поднялись в фарминге. Новые культурки прилетают, ну хорошо. Так, можем сразу теперь кабачки, что ли, получается? Или капусту? Капусту, наверное, да? Так, давайте дальше проверять, что у нас там есть еще. 50 монеток, хорошо. И метеорит, окей, понял, принял. Сейчас еще плюс монетки с ними поднимем здесь. Так, плюс 160 монет сразу. Давайте, наверное, еще продадим и темчики. Сорняков у нас с вами предостаточно, в принципе, здесь. Так что можем себе позволить. Посмотрим, какие у нас там сами запросики ожидают. Сразу давайте, наверное, будем донатить тогда сюда. Тоже что там надо. Вряд ли деньги. 15 досок, нихера. Тогда подождите-ка секунду. Я лучше пойду сейчас, наверное, в шар задоначу еще немножко. Может быть, мало ли там тоже доски нужны будут. Так, что у нас сами здесь? Серьезно? Она просит нас росу и принести. Ну давайте принесем. Сейчас, где бы она там ни была. Отойди, пожалуйста. А, о, Эш, привет. Сейчас, секунду, подожди, здесь постой буквально. Ладно, я здесь до шара и обратно. 10 планок, да, давайте сюда отдадим. Так, пускай строится. Нам еще одну звездочку заработать, и все будет прям хорошо. Привет, Эш, ну давай рассказывай, что ты нам такое приготовил интересненькое. Отлично. Вот и ты. Я называю это Query. Это типа карьер, что ли, какой-то. А если ты построишь это в городе, собственно, горожане смогут... Руду туда таскать? Так, ладно. Кто знает, может быть какая-то редкая даже штука там попадется. Возможно. Так, давайте строить. Хочу карьер в городе. Где его можно построить? Сейчас придумаю. Так, что, во-первых, нужно для его постройки? Может быть, сейчас там какое-то невероятное количество всего. Где он есть? Вот он есть. Да, нужно 10... Ой, фига реально карьер, слушайте. 10 досок и 10 кирпичей вот этих fancy brick. Блин, жесть. Жесть. Ну, наверху можно было бы построить. Я бы здесь сделал просто место отдельное. Сейчас все это уберу здесь тогда. И поставим его здесь с вами, да? Я думаю, нормальное местечко будет. Можно где-то и здесь, конечно, было бы поставить, в принципе, его. На отшибе немножко, да, так, чтобы он стоял. Не, давайте там. Давайте там. Если что, здесь все можно переносить, поэтому проблем вообще быть не должно никаких. У нас с вами. Сейчас немножко холмик подровняем этот тогда. Либо можно, знаете, как сделать? Либо можно не совсем как бы убирать его, а так как бы немножко загнать его внутрь, как бы получается. Ну, сейчас придумаем. Давайте. Так, где там у нас дестрой наш? Блин, там-то бабочка сейчас дурацкая будет мешаться нам с вами, да, скорее всего? Ой. Очень странно получается. Ну ладно, сейчас пока сделаем так. А там дальше видно будет. Если что, всегда можно приподнять будет обратно, я думаю, да? Ну что ж, такое вот у нас самое интересненькое место здесь получается. Давайте попробуем поставить сюда наш карьер новоиспеченный. Так, ну точнее не поставить, потому что у нас не хватает ресурсов. Но он здесь помещается вообще, отлично помещается. Прям супер, даже можно в уголок вот так поставить, здесь его будет, да? И можно будет в него заходить, супер. Тогда нам с вами остается что сделать? Кирпичиков вот этих вот фэнси и доски. Понял, все, идем за материалами и строим его здесь. Блин, вообще балдеж. Чего только не придумают. Так, а у нас что там вообще по ИТМчикам? Давайте проверим. У нас руды не хватает, надо за рудой идти. Надо за рудой идти и еще одну досочку. Одну досочку мы, в принципе, с вами, я думаю, может быть, даже с дерева соберем. Сейчас посмотрим, давайте. Блин, нет, не хватает, одно дерево всего лишь. Ладно, тогда что мы с вами делаем? Мы сейчас летим... Летим... Эш, пошли с нами в шахты? Так, Эш, давай. Да-да-да, погнали в шахты. Вместе с тобой, ты шахтер. Я думаю, тебя туда можно взять. Так, мы на месте. И надеюсь, что сейчас мы там что-нибудь пособираем. Хрю-хрю. Да-да, привет. Блин, и что, и руды только золотая? Серьезно? Да камон. Магическая древесина, что здесь? Так, тюдропсик. Вот, меня интересует вот эта штука. Во-во-во, куча-куча руды. Так, чувак, а что ты ничего не находишь? Находи давай. Помогай мне находить что-нибудь интересненькое. Не, вообще ни в какую. Ну ладно, хрен с ним, сейчас пособираем, зато нормально. Мы, в принципе, прилетели именно за ней сюда. Сейчас силы не будем тратить ни на что другое, но вот разве что золото еще соберут тоже. Так, спокойно, аккуратно. Давайте золотишко подсоберем, и, в принципе, все. Больше здесь я ничего такого не видел. Ква-ква. Мы можем отсюда улетать. Давайте. Покидаем это местечко, сколько у нас в итоге сейчас итемчиков есть. Ну еще, о, нормально, кирпичей хватает. А вот дерево, кстати, дерево нужно... Ну, поехали в лес, заодно заедем тогда, чего нет.
Раз уж такое дело, раз такая свистопляска пошла, да, то можно и в этот самый в лес забежать быстренько. Так, жучки, давайте отвезите меня, пожалуйста. Я там буквально пару деревьев срублю, чисто, чтобы энергию не тратить сильно. Все, нам этого хватит. Давайте еще откроем, наверное, парочку. Оп. Опа, листик попался. Плюс дюдропсики. Хорошо. Все, валим отсюда. Сейчас будем крафтить и строить новые штуки дома. Ну, погнали, возможно, ты мне поможешь крафтить тогда хотя бы. Потому что он мне помнится, говорил, что это про стройматериалы, как раз таки. Может быть, это крафту бонус, наоборот. Ну, давайте смотреть сейчас тогда. Так, ну-ка. Да, да, это чисто крафтовый чувак, по ходу дела. Ну, то есть мы начали крафтить, и он сразу с первого раза что-то там нашел. Бонусный темчик плюс, кстати, когда нам упал. Хорошо, неплохо. Сейчас еще кирпичи нужно будет наделать. Посмотрим, как он нам с вами здесь поможет. Да-да-да, слушайте, точняк. Точняк, его нужно брать именно не на добычу, а именно на крафт. И тогда он будет нам с вами бонусы всякие разные приносить периодически, видимо. Я понял, ладно, хорошо. Спасибо, будем иметь в виду. Ну все, дружище, спасибо тебе большое. Давай это, пока отдыхай, я пошел дальше со своими делами заниматься. Мы сразу в билд-мод перейдем. Я думаю, отсюда и начнем. Так, объекты. Нет, не те объекты, вот эти объекты нужны нам с вами. Карьер. Так, и давайте сюда, вот в это местечко подготовленное, его и поставим, в общем-то. Во, сюда прям бам. Отлично, карьер у нас с вами появился. Давайте посмотрим, что за карьер. Так. Он производит руду. Окей, ладно. А где мне его потом забирать, интересно, надо будет? Но я думаю, где-нибудь заберем. Обязательно. Так, у нас еще немножко буквально энергии остается. Ну, давайте пособираем всякие сорнячки, там, не знаю, например, да, почему бы нет. Можно дорожку отсюда забрать, кстати говоря, если в кармашек тоже. Потому что здесь она пока как бы и не нужна, в общем-то. А в кармашке пригодится мало ли где им чем-нибудь... Ой, лишнее хватило. Ну ладно, пускай будет так. Пускай будет так, окей, хорошо, допустим. Ничего страшного. Если мы все равно потом эту гору будем убирать и выравнивать все это добро. Окей, ну слушайте, что ж, у нас с ним получается такой весьма, знаете, прикольненький городочек, все больше и больше людей, все больше и больше разных строений, больше всяких разных посадок и прочее, прочее, прочее. Я думаю, дальше будет тоже интереснее. Давайте глянем, сколько у нас там с вами еще дней остается. А, все, завтра уже у нас получается будет вот этот вот день Святого Валентина. Посмотрим, что это будет такое, интересненько узнать. Но займемся этим уже в следующий раз тогда. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать, нажимать на колокольчики. А мы с вами, как всегда, увидимся в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.